Чтобы включить прозрачность, первым делом меняем тип шейдера. Есть два на выбор, остальные не имеют прозрачности. В AlphaTest нет градации прозрачности, и он подойдет, например, для листьев. У AlphaBlending наоборот, он подойдет для пластика, стекла и тому подобного, но он более тяжелый по производительности. Также нужно добавить канал прозрачности. В настройках текстур нажимаем на плюсик и кликаем Opacity. Теперь включаем прозрачность в нужных слоях и добавляем черно-белую текстуру прозрачности. У текстуры прозрачности чем темнее пиксель, тем он прозрачнее, и наоборот.